Добро пожаловать на просмотр гайда по установке модов на игру Bus Simulator Indonesia. Был обзор на эту игру, и я сказал, как наберем 100 лайков, я сразу же выпускаю гайд по установке модов и показываю место, откуда я беру эти моды. Что ж, кстати, вот этот обзор. Посмотрите, чтобы знать, что к чему какая-то игра. Что ж, ну а я приступаю к сегодняшнему гайду. Нам понадобится, естественно, сама игра. Вот Bus Simulator Indonesia, она бесплатная. Любой проводник, это ES проводник, у меня CX проводник, ну и приложение ВКонтакте. Что ж, что нам нужно сделать для начала? Нужно откуда-то эти моды взять. Итак, показываю, заходим ВКонтакте, вот данная группа, ссылочка на нее в описании. Вот, AZ Mods, заходим туда и смотрим, какие моды есть. Вот, Koenigsegg есть, 2021 года, в общем, здесь много чего есть, Lamborghini, Bentley, Audi, только чего здесь нет. В общем, модификации на любой вкус и цвет. Здесь же есть где-то самолет, даже Boeing видел. Вот, Tesla есть. Что ж, ну я, к примеру, хочу скачать Koenigsegg. Давно хотел на ней покататься. Вот, нажимаем на данное место, после чего начинается загрузка, соответственно. Все, файл сохранен по данному пути. Как видим, все у нас сработало. И можем переходить в CX проводник. Для этого заходим в него, нажимаем загрузки и видим наш Koenigsegg. Нажимаем на него и открываем с помощью данного проводника, который у вас установлен. У меня это CX проводник, у вас это может быть ES проводник. Все, открываем вот этот мод, после чего нам нужно его перекинуть отсюда в папку игры, а точнее мод. Выделяем его вот с помощью вот этого квадратика справа, переместить, вот ножницы здесь такие, переместить и перемещаем его, собственно, куда надо. Это основная память, и вот бусит у вас появится такая вот папочка, обязательно после установки сюда, и mods, папка mods, нажимаем вставить. Все, мод у нас здесь, старался объяснить все предельно просто. Еще раз повторим, что мы сделали загрузки. Открываем файл, который скачался. Вот, берем вот этот мод сам и перетаскиваем его в основную память. Бусит, вы увидите, вот автобусик нарисован, бусит, мods. Ну, мods, понятно, это логично. В mods надо перекидывать. Все, мод установлен. Погнали тестить в игре. Вот я уже в игре. Заходим в гараж и ищем ту самую Koenigsegg. Как знаете, у меня уже моды есть кое-какие. Поэтому вот, это Koenigsegg, она у нас появилась. Все, выбираем ее и погнали тестить в игре. Все, ребят, вот мы в игре. Машина появилась со всеми анимациями. Все у нее открывается. Можно поставить спойлер даже. Смотрите, как четко. Ну и в общем, все в таком духе. Вот как раз ставятся эти детали. И как-то вот так все выглядит. В общем, ребят, прикольно. Это по анимациям, салон тоже огонь, как у настоящего Koenigsegg 2021 года. Ну и катаемся на здоровье. И так можно делать с абсолютно любым модом. Все играбельно, все рабочее. Что ж, как говорил, ссылочка на то место, откуда я беру моды, эта группа ВКонтакте, будет в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.